Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу! От кого он бежит? Бирюндан кочуя ролман. Будьте бдительны, как друзья. Как можно быть таким беспечным? Шайтан всюду вокруг нас. Смотрит, ждет, искушает. Куда это он так спешит? Ты куда он пошел? Ты чуть не убил меня. Вы понимаете, у меня похоже, совсем ничего нет. Мой товар. У меня есть то, что тебе нужно. Она ждет? Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Друзья мои, ваши поиски. Он, похоже, спешит. Чинданка, чё? С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть. Думаете, кто-то гонится за ним? Тебе не стоит знать, так еще раз. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Мои родные больные пухнут с голоду. Подайте пару монеток. Не трогай меня, пожалуйста. Уйди с дороги. Чиме буйне меки спёртин. Папа на хапая. Кто-нибудь, помогите! Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Увидел, что здесь было. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Да? О, нет. Да, но и времена настали. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Зачем он вынул меч? Пощади меня! Возьми карту и расставь стражников, как на ней показано. Во время процессии мы будем в безопасности, а вот похороны... Врагам слишком легко спрятаться в толпе. Если вы так обеспокоены, почему бы вашим людям не обыскать местность?
Наше присутствие здесь и так порождает волнение. Представляю, что будет, если народ узнает, что мы топчем их священную землю. Возможно, вам вовсе не стоит присутствовать. Он был нашим другом и братом. Мы воздадим ему все полагающиеся почести. Ты оскорбляешь меня своим предложением. Я расставлю людей. Мне не нужна неприятность. Так перестань болтать и займись делом. Hala nereye kayboldun? Где тот, кто заварил эту кашу? Я ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? Кевер, Хаппер! Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. انتبهوا جيدا. Я что, похож на торговца? Нет. Ну и убирайся. Ты их видел? Нет, но я слышал слухи. Это правда? Рыцари-крестоносцы в Иерусалиме? Это так. И что? Они отличаются от других. Хорошо одеты, привезли дорогие дары. Надо бы избавить их от этой ноши. Они встали лагерем у цитадели Давида, недалеко от кладбища. Чтобы быть на похоронах? Похоже на то. Тогда мы наведаемся к ним в лагерь. إذا رأيتموه لا تدعوه يا пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Интересно, куда это он? Альтаир, друг мой, ты должен помочь. Малик велел мне убить несколько лучников, чтобы наши братья не были стеснены в перемещениях. Обычно трудностей не возникает, но тут эти похороны. Порядок в городе сейчас поддерживают самые лучшие стражники. Мне с ними просто не справиться. У меня к тебе две просьбы. Пожалуйста, убей лучников и не говори ничего Малику о моей неудаче. А взамен я расскажу тебе все, что мне известно о планах Робера. Он точно разобьется. И я вовсе не собираюсь ему помогать.
Убейте его! Слишком долго мы делили эту землю. Проливали кровь тех, кого называли друзьями. Мы все пострадали из-за этого. Но сейчас, сейчас нам дается возможность искупить грехи. Начать все заново. Заключим же мир с крестоносцами. Заживем единой семьей. Слишком долго мы делили эту землю. Проливали кровь тех, кого называли друзьями. Мы все пострадали из-за этого. Но сейчас, сейчас нам дается возможность искупить грехи. Начать все заново. Заключим же мир с крестоносцами. Тебе конец! Что за болван? Я так тебе благодарен за помощь. Малик никогда не простил бы мне неудачи. Вот что я знаю. Прямое нападение на кладбище обречено на провал. Там слишком много стражи. Нам можно прикинуться ученым. На похоронах их будет достаточно. Это потребует усилий, но так точно будет безопаснее. Оставь меня в покое, ради Аллаха! Как можно быть таким беспечным? Только попробуй. Тебе конец. Ты не должен убивать людей. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Кто это сделал? Это недобрый знак. Что тут стряслось с твоими Аллаха? Какой кошмар. Помоги ему, Аллах, он обезумел. Для больной холодной земли. Эту землю. На помощь! Помогите! Только попробуй. Чем я бой на имя кистерку? Альбау тулинке! Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Крестоносцы шагают по улицам Иерусалима. Доставай кого-нибудь другого. О нет, в их сердцах нет зла. И мы должны договориться с ними. Забыть былое. Вместе мы, наконец, сможем заключить мир, так долго казавшийся нам недостижимым. Мы должны быть сильными и храбрыми.
должны взглянуть в глаза бывших врагов и назвать их друзьями. Крестоносцы пришли в Иерусалим, чтобы дать нам возможность прекратить сражение, остановить войну, объединиться. Нет, мы не должны отказываться. Подайте пару монеток. На твоем месте я бы звал. Ты умрешь. Он вообще не смотрит по сторонам. Какая мерзость. Ты говоришь о мире, но слова твои пусты. Нет, я говорю правду. Почему ты не веришь мне? Ты тамплиер. Что из этого? Это значит, ты лжец и мошенник. Как и твой хозяин. Где он? Что он задумал? Он ищет лишь мира. И делами доказывает это. Он христианин на мусульманских похоронах. Мы хотим положить конец войне. Лишь потому, что война мешает вашим планам. Но наша цель благородна. Мы объединим страну под нашим флагом. Объедините путем силы. Вы поработите нас всех. Это вам на пользу. Нет, это не так. И пока я и мои братья живы, мы этого не позволим. Мои родные больные, подайте пару монет. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Пожалуйста, господин, подайте. Мир и покой тебе, господин. Ты обратил внимание, сколько в городе теперь этих проклятых тамплиеров? Мне приказали убить их как можно больше до того, как будет похоронен Мадж один. Наверняка ты бы справился с этим заданием в один момент. А когда вернешься, я расскажу тебе, что мне удалось узнать, пока я следил за тамплиерами. لص حقير سأقطع يديك جزاء ذلك تبونا فلسطين لص أنت حثالة لص حقير سأقطع يديك جزاء ذلك تبي здесь делать нечего уходи لص حقير سأقطع يديك جزاء ذلك لص حقير سأقطع يديك جزاء ذلك لص حقير Кто это сделал? Убирайся, чернь, пока цел. Пошел прочь! Пошел прочь! На
под боком ходит убийца. Что это? Почему ты так со мной? Что я сделала? Сделайте же что-нибудь. Лос! Анта Хусара! Сюда, на помощь! Убирайся, чернь, пока цел. Стой! Эй! Ну так где же ты? Теперь я знаю, зачем вступил в клан. Находиться рядом с тобой — великая честь. Теперь о людях Робера. Они опытные воины. Биться с ними со всеми сразу будет неразумно. Лучше заставить их преследовать тебя и убивать по одному. Но не мне, конечно, учить тебя, как вести себя в бою. Прошу простить меня, господин. Наверное, опаздывает. Лес! Чует он рвану. Анта Хусара! Прекрати, ты делаешь мне больно. Только это попробуем. Помогите мне! Слава Богу, ты спас меня. Весь город узнает о твоем подвиге. Что тут стряслось во имя Аллаха? Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Похоже, он куда-то спешит. Это больно! Перестань! Тебе рейтексен! Не нравится мне, что ты кто ты такой? Чем я больно иметь и стёрт? Сейчас ты умрёшь! Я тебя поймаю! Да не хуже дальше! Я не хуже дальше! Я не хуже дальше! Я не хуже дальше! Точно разобьется. И я вовсе не собираюсь ему помогать. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Рад видеть тебя, брат. Ты пришел на похороны или за Робером? Я внимательно следил за слухами, но, увы, мне нечего тебе рассказать. Пока все спокойно. Впрочем, может, Тарик знает нечто, что могло бы тебе помочь. Он где-то тут, поблизости. Расспроси его. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток.
Что? Как раз вовремя, Альтаир. Кажется, я узнал кое-что полезное для тебя. Это приказ стражникам Робера. На этой карте указано, где он планирует их расставить. Надеюсь, она тебе поможет. Умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Что его так напугало? Следи за собой. Не стоит ему так бегать. Почему он носится? Куда он пошел? Слава Салах-ад-Дину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Знайте. Похоже, ты добился успеха, брат. Я много узнал о нашем враге. Поделись своими знаниями. Посмотрим, чем они помогут нам. Робер и его тамплиеры приехали в город, чтобы оказать последние почести Маждаддинам. Они будут на его похоронах. А значит, и я тоже. Зачем тамплиерам это понадобилось? Не знаю, но уверен, выясню это. Что же до горожан, то их мнения разделились. Многие с радостью перебили бы тамплиеров. Другие думают, что рыцари здесь, чтобы заключить мир. Мир? Я же рассказывал. Те, кого я убивал, говорили именно это. Это сделало бы их союзниками. А мы их убиваем. Не ошибись, как ошиблись те люди. Цели тамплиеров кажутся благородными, но способа их достижения нет. По крайней мере... Так говорил Аль-Муалим. Каков твой план? Я приду на похороны и расправлюсь с Робером. Лучше поскорее. Пусть удача ведет твой клинок, брат. Малик, прежде чем уйти, я хочу сказать тебе кое-что. Говори. Я был глупцом. Раньше я бы не стал с этим спорить, но сейчас. О чем ты говоришь? Все это время я так и не попросил у тебя прощения, дурацкая гордость. Ты потерял из-за меня руку, потерял Кадара. У тебя есть причины для гнева. Я не принимаю твоих извинений. Я понимаю. Нет, не понимаешь. Я не принимаю твоих извинений, потому что ты уже не тот человек, который был со мной в храме Соломона. И тебе не за что просить у меня прощения. Малик. Может, если бы я так не завидовал тебе, то не был бы так безрассуден. Я так же виноват, как и ты. Не говори так. Мы едины. Как мы разделяем славу наших побед, так разделяем и горечь поражений. Так мы становимся ближе, становимся сильнее. Спасибо тебе, брат. Отдохни, если хочешь, Альтаир, и приготовься к тому, что ждет впереди. Перемотка на более поздний участок памяти. Войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Я-то думал, что это ясно. Трагедия, скажете вы. Но я говорю, слава! Умереть. Ты что? Думаете, кто-то гонится за ним? Больше так не делай. Лучше ему не создавать проблем. Умоляю, поосторожнее. Как можно быть таким беспечным? А это еще зачем? Мне слишком вежливо. Он сошел с ума? Пару монет. Я прошу, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Не стоит ему так делать. Пожалуйста, господин, подайте. Чего это он рванул? Чего это он такой? Мои родные больные пухнут с голоду. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Подайте
Мы собрались здесь, чтобы оплакать Мажд-ад-Дина, безвременно покинувшего мир живых. Я знаю, вы все ощущаете боль утраты, но утешьтесь. Ибо как все мы выходим в этот мир из чрева, так когда-нибудь и покидаем его. Такова природа вещей. Это так же естественно, как восход и заход солнца. Давайте же вспомним жизнь покойного и поблагодарим его за все добро, что он делал. Знайте, что однажды вы встретитесь с ним в раю. Как вы знаете, Мажд-ад-Дина убили. Мы пытались выследить убийцу, но это было нелегко. Эти твари прячутся в тенях и бегут от всякого, кто бросит им честный вызов. Но не сегодня, ибо один из них стоит среди нас. Он насмехается над нами и должен заплатить за это. Взять его! Подведите его, дабы свершилось правосудие Всевышнего. Я взгляну тебе в глаза до того, как ты умрешь. Полагаю, ты ожидал иного. Что это за колдовство? Никакого колдовства. Мы знали, что ты придешь. Роберу нужно было время, чтобы скрыться. Он бежал? Вам сопутствовал успех. Вы разрушили наши планы. Сначала сокровища, затем наши люди. Мы потеряли контроль над Святой Землей. Но Роберу выпала возможность вернуть то, что было украдено. Превратить ваши победы в наши. Ваши сокровища у Аль-Муалима. А ваша армия нам не страшна. Что бы ни планировал Робер, он проиграет. А? Ведь теперь вам противостоят не одни тамплиеры. О чем ты? Робер на пути в Арсур, чтобы объединить сарацинов и крестоносцев в борьбе против ассасинов. У сарацинов нет причины соглашаться. Не было. Но теперь ты дал им причину. А точнее, целых 9 причин. Тела твоих жертв. Потери с обеих сторон. Ты сделал хашишинов врагами для всех. И тем самым подписал приговор ордену. Это так? Не 9, 8. Что ты сказал? Ты не моя цель. Я не стану забирать твою жизнь. Ты можешь идти, но не следи за мной. Мне не нужно. Ты уже опоздал. Увидим. Это не дело. Они пошли против воли Бога.
туфлю. Куда? Тану бутура! Убейте его! Убейте его! Слышал, что похороны закончились дракой. Что случилось? Робера де Сабле там не было. Он ждал меня и послал вместо себя другого. Расскажи Аль-Муалиму. Нет времени. Она сказала мне, что задумал Робер. Если я вернусь в Масиаф, он успеет осуществить это. И тогда, боюсь, нам придет конец. Мы убили большинство его людей. Ему не собрать силы для атаки. Погоди, ты сказал она? Да, это была женщина. Странно, я знаю. Но это мы отложим на потом. Сейчас наша цель — Робер. Мы ослабили его, но этот человек умен. Он изложит свое дело Ричарду и Салахаддину, объединит их против общего врага. Против нас. Ты ошибаешься. Это бред. Эти два человека никогда... Не ошибаюсь. И в этом наша вина. Те, кого мы убивали, стояли по обе стороны и были важны для обоих лидеров. План Робера амбициозен, но не лишен смысла. И он может сработать. Послушай, брат, кое-что поменялось. Ты должен вернуться в Масиаф. Мы не можем действовать без разрешения повелителя. Это поставит под угрозу братство. Я думал, ты понял это. Сколько слов, Малик. Ты прячешься за Кредо, словно за щит. Он что-то скрывает от нас, что-то важное. Ты сам говорил, мы не можем ничего знать, лишь предполагать. Так вот, я предполагаю, что дело глубже, чем кажется. Убив Робера, я отправлюсь в Масиаф за ответами. Но может, ты поедешь туда прямо сейчас? Я не уйду из города. Тогда выйди на улицу. Ищи тех, кто служил моим жертвам. Узнай все, что сможешь. Ты проницателен. Может, заметишь что-нибудь, что я проглядел. Я не знаю. Мне надо подумать. Делай, как знаешь, друг. Но сейчас я отправляюсь в Арсуф. Каждую секунду, что я медлю, враг становится все дальше от меня. Будь осторожен. Буду. Обещаю. Неверный король хочет перебить нас всех. Что он делает? Очень странный тип. Можно быть таким беспечным. Что беспокоит его? Ты выбрал кажется, за место. Нет будет. Лучше торговца, чем я. Может, ты точно что знаешь, что делаешь? Он... Люблю таких клиентов. Должно быть, бежит от кого-то. Как можно быть таким беспечным? Помоги ему, Аллах, он обезумел. Он зашел с ума. Но ведь он должен прекратить это ребячество. О чем что он это? Думает? Да!
Освобожденные наблюдатели будут блокировать преследователей. Добром не кончится. Помяни меня. Сюда нельзя. Тебе нечего здесь делать. Это плохо кончится. Левни мой, Сибуля Петровна. Если вас обнаружили стражники, скройтесь. Yeah.
Seni yenemeyeceğim. Seni gözüm kapalı bile yenemeyeceğim. Kime boyun eğmek istiyorsun? Kime boyun eğmek istiyorsun? Geber kafir! Oh!
Ну, я! Думаешь, надо убежать? Я не тон, Готен! Вот и тут медуна! Он думает, что справится с нами. Подождите. Я принес слово, а не меч. Хочешь обсудить капитуляцию? Самое время. Вы не поняли. Меня послал Аль-Муалим, а не Салах ад-Дин. Ассасин? Что это значит? Говори да поскорее. Среди вас предатель. И он нанял тебя, чтобы меня убить? Боюсь, что у тебя ничего не выйдет. Я пришел не за вами, а за ним. Тогда говори. Посмотрим, правда ли это. Кто он? Робер де Сабле. Мой лейтенант? Он предаст вас. А он говорит иначе. Он хочет отомстить вашему братству за то, что вы устроили в Акре. И я его поддерживаю. Немало из моих лучших людей пало от ваших рук. Это я убил их, на то были причины. Выслушайте меня. Вильям Монферрат. С помощью своей армии он собирался захватить Акру. Гарнье де Наплус. Он сумел бы внушить что угодно всем, кто не подчинится. Сибрант. Он планировал установить блокаду на море, чтобы вы не смогли прислать помощь. Они предали вас. Приказы отдавал Робер. Ты ожидаешь, что я этому поверю? Вы знали этих людей лучше меня. Вас правда так удивило знание об их грязных намерениях? Это правда? Повелитель, перед вами ассасин. Эти твари известны своим коварством. Конечно, это неправда. Мне нет причин лгать. О, есть. Ты боишься за свою драгоценную крепость? Ей не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев. Я сражаюсь за жителей Святой Земли. Если мне придется отдать жизнь ради мира, да будет так. Складывается странная ситуация. Каждый из вас обвиняет друг друга. На это нет времени. Я должен ехать к Саладину и заручиться его поддержкой. Чем позже, тем сложнее ее будет добиться. Подожди минуту, Робер. Зачем? Чего вы хотите? Вы же не верите ему. Это важное решение. Я не могу принять его сам. Пусть его примет некто более мудрый. Спасибо вам. Нет, Робер, не ты. Кто? Всевышний. Пусть все решит поединок. Несомненно, Бог будет с тем, чье дело праведное. Если вы этого желаете. Желаю. Да будет так. К оружию, ассасин. Wirst deine Strafe nicht entkommen. Bin die Rache!
Время для игр закончилось. Вот так. Твоему плану конец, как, впрочем, и тебе. Ты ничего во всем этом не понимаешь. Ты лишь марионетка. Он предал тебя, как и меня. Говори яснее, тамплиер, либо молчи. Он послал тебя убить девятерых, так? Тех, кто хранили тайну сокровища. И что с того? Но его нашли не 9 человек, ассасин. Не 9, а 10. Кто 10-й? Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Скажи мне его имя. О, ты его хорошо знаешь. И я сомневаюсь, что ты заберешь его жизнь с тем же рвением, что и мою. Кто? Это твой хозяин, Аль-Муалим. Но он не тамплиер. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает? Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? Он повелитель ассасинов. Да, главный лжец. Мы с тобой лишь пара пешек в большой игре. И теперь с моей смертью остался ты один. Думаешь, он даст тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют. А его – да. Твой хозяин и я отличаемся лишь тем, что он делиться не хочет. Нет. Ирония судьбы. Я, твой злейший враг, не желал твоей смерти. Но ты забрал мою жизнь. И этим положил конец своей собственной. Отличный бой, ассасин. Сегодня Бог благоволит тебе. Бог здесь ни при чем. Я просто лучше сражался. Ты можешь не верить в него, но, похоже, он верит в тебя. Пока ты здесь, один вопрос. Я слушаю. Зачем? Проделывать такой путь? Так рисковать жизнью? Ради смерти одного человека? Он угрожал моим братьям и нашему делу. А, значит, месть. Нет, не месть. Справедливость, чтобы наступил мир. Значит, вот за что ты дрался. За мир? Ты не видишь здесь противоречия? Некоторых людей нельзя врезать. Как этого безумца Саладина. Я думаю, он хотел бы положить войне конец, как и вы. Да, я слышал. Но я вижу обратное. Пусть он сам так не говорит, но люди этого хотят. И сарацины, и крестоносцы. Люди не знают, чего хотят. Потому они обращаются к таким, как мы. Тогда такие, как вы, должны действовать правильно. Чушь! Когда мы рождаемся, мы пинаемся и кричим. Мы жестокие и изменчивые. Мы такие, и ничего с этим нельзя поделать. Нет. Мы такие, какими хотим быть. А вы всегда играете словами. Я говорю правду. Никаких хитростей. Посмотрим. Но, боюсь, сегодня мира нам не видать. Даже сейчас проклятые войска Саладина убивают моих людей, и я должен быть с ними. Но, может, поняв, насколько он уязвим, он обдумает свои действия. Да, может, потом-то, чего ты хочешь, станет возможным. Вы были не менее уязвимы, чем он. Не забывайте этого. Люди, которых вы оставили править вместо вас, служили вам недолго. Да, да. Я это прекрасно знаю. Тогда я удаляюсь. Мне есть что обсудить с моим господином. Похоже, он тоже не без греха. Он всего лишь человек, как и мы, как и ты. Да пребудет с вами мир.
сказал встать, черт возьми! Слушай! О, нет. Похоже, нас нашли твои дружки-ассасины. Что? Как ты это сделал, Дезмонд? Послушайте, я не знаю, о чем вы говорите, но что бы у вас ни случилось, я тут ни при чем. Они пришли за тобой, и я их не приглашал, это уж точно. Доложите ситуацию. Мы под обстрелом. Вы сдержите их? Или мне эвакуировать пленников? 5 или 6. Мы превосходим их числом. Пара раненых, но мы продержимся. Возьмем все под контроль. Черт возьми, Дезмонд. Нельзя было просто уйти. Я говорю, что ни при чем. Как бы я связался с ними? Телепатией? Бросьте вы. Ладно, скоро им всем придет конец. Ват, послушайте. Угроза нейтрализована. Кавалерия не придет на помощь. Не знаю, док. Минуту назад вы были перепуганы до смерти. Ваша лаборатория оказалась небезопасна? Боитесь, что они вернутся? Не думаю, Дезмонд. Люси хочет сказать, что возвращаться некому. Ассасинов больше нет. Последний год мы были очень заняты. Разыскивали ваше убежище, коммуны в пустыне и так далее. Боюсь, вы последний. Отдохните, мистер Майлз. Завтра мы закончим. Мне жаль, Дезмонд. Он говорил о пустыне. Ты не думаешь, что... Нет. Они послали туда отряд, но место уже было заброшено. Не знаю, где твои родители, не могу сказать, живы ли они. Но я думаю, что они сбежали. Спасибо. Спасибо, что узнала. Все не так плохо, как кажется. О чем ты говоришь? Они только что уничтожили, в буквальном смысле слова, мою единственную надежду выбраться. Ассасины перебиты и... Черт возьми, я не знаю, что задумали эти люди, но знаю, что когда они закончат, они меня убьют. Это конец. Что ты предлагаешь мне сделать? Не теряй веры. Ты... Верь. Отдохни, Дезмонд. Тебе понадобятся силы. Ты не устал?
Встать! Раньше обычного, док. Я хочу закончить это поскорее. Как скажете. Не будьте таким мрачным, мистер Майлз. Сегодня исторический день. Его будут помнить много лет. Ну, кто-то из нас будет помнить. Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких врагов. Что здесь произошло? Где все? Отправились к хозяину. Это тамплиеры? Они напали снова? Они прошли путем. Каким путем? О чем ты говоришь? Путем к свету. Ты бредишь? Есть только то, что показал хозяин. Это истина. Ты сошел с ума. Ты тоже пройдешь путем или умрешь. Так говорит хозяин. Это Аль-Муалим, верно? Что он сделал с вами? Слава хозяину, ибо он отвел нас к свету.